Профессиональные спортсмены, четвероногие артисты и все великолепие водной стихии и традиции русского цирка. Артисты-трупы приправили световым шоу, огнем и, конечно, яркими брызгами. Цирк на воде с 20-летней историей привез во Владивосток эксклюзивную программу. Авторские не только номера, но и музыка. Своими руками труппа трансформировала и Владивостокскую арену в бассейн с фонтанами. В данном бассейне порядка 200 тонн воды, которую мы можем, умеем обрабатывать, делаем чистую, прозрачную, практически питьевую. Вся работа построена в игровом плане. И животные работают, по сути, сами по себе. Им главное не мешать. Они все знают. То есть они уже очень взрослые, очень грамотные. Самые большие артисты труппы – Софья и Боб. С виду неповоротливые морские львы, но им подвластны любые трюки. Очень много эффектов. Все действия происходят в трех плоскостях – вода, воздух, сцена. Программа объединила все стихии и нотки волнения. Внесут крокодил Гертруда и тигровые питоны. Под купол цирка взлетят трюкачи, голуби и гимнасты. А взрыв смеха устроят клоуны. Цирк на воде – шоу мирового уровня. Мария Ижевская, Артур Наливкин. Вести Приморья.